Уровень заболеваемости COVID-19 в регионе продолжает расти. За последнюю неделю этот показатель поднялся на 12%. Региональные власти планируют усилить ограничительные меры и нарастить темпы вакцинации. Об этом сообщил руководитель области Алексей Русских. По информации областного Минздрава, для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать почти 600 тысяч человек. На сегодняшний день первым компонентом привито почти 162 тысячи жителей области. 128 тысяч полностью завершили вакцинацию. Большинству из них больше 60 лет. В медучреждениях области действуют 44 пункта вакцинации, 9 мобильных пунктов работают в общественных местах. Медики выезжают на предприятия. Для проведения вакцинации в отдаленных селах задействованы мобильные ФАПы.